поменяем то, что ты просил. Чисто. Пересекать нельзя, иначе нас оштрафуют. У тебя переднее антикрыло немного повреждено. Если не мешает, можешь ехать дальше. Время у нас есть, давай поставим смесь на единицу. У тебя мало топлива. Топливо кончается. Нужен пит-стоп в течение двух ближайших кругов. Первая позиция. Ты впереди всех. Самый быстрый, отличная работа. Температура шин в самый раз.
закончилось топливо. Берегись обгоняющих соперников. На трассе сейчас немного болидов. Может тебе выехать, пока их не стало больше? Запускай. Нам не нужен штраф. Переднее крыло, но повреждения незначительны, поэтому продолжай гонку, придерживайся исходной стратегии остановок. Мы сейчас держим pole position, ты молодец. Замечательно, это был лучший круг. Осталось пять минут до конца заезда.
быстрее всех, у тебя pole position. Старт. Питлейна, не пересекай белую линию, а то заработаешь штраф. У тебя блокировка передних колес, попробуй сместить баланс тормозных усилий назад. Осталось 3 минуты. Тебя pole position. Осталась 1 минута. Давай побережем болид, объедини смесь, поставь единицу. Oh.
Приготовься, скоро на старт. Готов? Используется ДРС. Имей в виду, пилоты, отстающие от тебя на одну секунду, попытаются использовать ДРС, чтобы тебя обойти. We'll be right back.
Позже о своем преследователе он получил штрафной проезд. Переднее антикрыло немного повреждено. Вроде ничего страшного. Продолжай заезд. Подходишь к хвосту пелетона, не теряй времени на обгоне. Дистанция до болида сзади 12 секунд. Шины на следующем пит-стопе. Соперник отстает, теперь у тебя будет пространство для маневра. Белую линию, нам не нужен штраф. Поставили жесткие шины, у тебя остался один пит-стоп. У гонщика позади тебя повреждено переднее антикрыло. Попробуй от него оторваться. Болид позади тебя идет на стандартных оборотах.
тебя переднее антикрыло немного повреждено. Если не мешает, можешь ехать дальше. Топлива хватит. Можешь поставить смесь на двойку или тройку. У нас есть шанс улучшить позицию. Смесь на тройку. Смесь тройка. Опережаешь позади идущего на 3 секунды. Увеличивай разрыв.
жесткие шины на следующем пит-стопе. Твои результаты ухудшаются. Пора чинить машину. Бери пит-стоп. У нас есть запас топлива, можно обогатить смесь на пару кругов. У нас все готово, иди на питлейн. Осторожно на выезде гонщики. Больше пит-стопов не осталось, так что береги покрышки. У болида, идущего за тобой, слегка повреждено переднее антикрыло. На вид ничего серьезного. Передние колеса блокируются. Смести баланс тормозных усилий назад. Соперник отстает на 3 секунды. Езжай аккуратно, не давай ему вырваться вперед. Замечательный круг, ты идешь просто великолепно. Так и продолжай до самого финиша. Thank you.
следующем пит-стопе. Начинается при выходе на трассу. Трасса открыта, трасса открыта. Пит-стоп, заезжай на пит-стоп, ты потерял переднее антикрыло. На следующий пит-стоп готовим мягкие шины.
ухудшаются. Пора чинить машину. Бери пит-стоп. Иди на пит-стоп. Свободно выезжать, трасса открыта. Данному впереди идущего хватит топлива до самого финиша. Мы отстаем от впереди идущего на 12 секунд. Надо сократить дистанцию. Сейчас идешь в общем темпе, так держать. We'll be right back.
Так, мы отстаем от соперника на 6 секунд. Постарайся сократить дистанцию. Впереди, похоже, достаточно топлива. Отличный темп. Продолжай в том же духе. Отлично, сохраняй темп. Это именно то, что нам сейчас нужно. Можно поставить смесь на двойку. Топлива пока хватает.
потрясающе, невероятно. Вот так победа.